Привет. Обещала вам тренировочку в резинке. Сейчас будет. Итак, приступаем. Руки под плечами. Нагибаем. Пресс напряжен. Главное, запись его. И начинаем. В верхней точке задержитесь. Опустили. Вверх. Задержались. Опустили. И задержались. Опустили. Делаем таких 10-12 повторений на каждую ногу. Кто может больше, 15, замечательно. Делаем 15. Следующее упражнение без отдыха. Мы переходим после предыдущего. Это отведение ноги в сторону. То же самое. 10-12. Кто может, 15 повторений. И немножечко задерживаемся в верхней точке. Дальше переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение у нас работает не только бедра, ягодицы. Мы сейчас дадим работу прессу. Соответственно, сгибаем обратно. Так, плечом. Потянули пресс. И поехали. То же самое. 10-12 раз. Сделайте 15. Замечательно. Что у нас работает? У нас работает пресс. У нас работает ягодица. А то ноги, которые мы махаем. И опорная ягодица тоже ягодицами и работает. Ну и, пожалуй, еще одно упражнение. В завершении небольшого комплекса. Садимся. Ножки ставим на цыпочки. И начинаем разводить. Ой, извините, может съезжать, к сожалению. И я покажу более сложный вариант. Я уже его показывала. Если кто-то забыл, сейчас поверну камеру, чтобы меня было видно. Мы садимся в стульчик. Руки как вам удобно, ну, руки перед собой или на поясе. И точно так же начинаем делать разведение с резиночкой. Резиночки выбирайте по своему уровню, да? Не берите слишком тугие, если вы с ними не справляетесь. Вот так вот сидим с ручки стены и тренируемся. Все, на этом с резиночками мы заканчиваем.